Российские законодатели приняли 2 закона, которые вносят изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Оба документа ужесточают ответственность за самовольное проникновение на охраняемые объекты. Сегодня, по словам законодателей, это наказывается незначительным штрафом в размере от 300 до 500 рублей. Теперь нарушителю придется заплатить на порядок больше – от 75 до 200 тысяч рублей. В худшем случае за проникновение в закрытую зону предъявлен арест на срок до 15 суток.